Всем привет, дорогие друзья, и давай поникреатор, потому что мне уже лень все это делать. И сейчас помните. Так, все, я вернулся. И это резы конкурса. Мне попросила сделать Дженни Стар резы. Ага. Вот, короче, я сказала то, что будут завтра резы, но я попросила Дженни Стар. Ну что ж, вот вам резы. Первое место — это Дженни Стар. Вот. Единственное, что мне не нравится так в этом рисунке, так это то, что крылья, они должны быть вот тут фиолетовенькими, и крылья ей, ну, какие-то некрасивые. А так все красиво, все няшно. И вот это смайлик, он делает все первым местом для меня. Вот. Поэтому как-то вот так, первое место. Второе место — это Мадиша Малефисент. Почему? Потому что, нет, в принципе, отец крутой. Правда, я считаю, крыло она нарисовала... Ой, сейчас, погодите. Я просто неудобно как-то этим карандашиком рисовать. Вот, как она нарисовала крыло. Ну, короче, вот так прямо. И в живот. Ну, вот, как-то так. И как всегда, ошибка. Вот это фиолетовенькое тут должно быть. Вот. А еще что я хочу сказать по поводу хвоста. Вот, допустим, вот это синий. Вот. И она рисует вот так прямо. А должно быть вот такими штуками. Дальше. Блин. Удаляем. Так. Дальше. И вот фиолетовенькая. И вот так она дальше идет фиолетовенькая. То есть хвост неправильно нарисован. Извини меня, Мадиша, но... Мадина, ну, к сожалению, это так. Ты заняла второе место. Еще вот это небо и вот это солнце. Что? Ну, походу, это солнце. Вот. А так красиво нарисовала. А вот хвост, крыло и солнце и небо, или что это вот это за солнце, я не знаю. Вот, так красиво. А еще хотела бы спросить Мадину, а это твоя новая ос или что? Я, конечно, тебя не ругаю, но мне интересно. Это твоя новая ос? А, еще по поводу вот этой оски, у нее то же самое с крылом что-то. Вот пусть она с ними скажет мне, вот, что это за крылья, тогда я пойму. Но все равно второе место. Вот. Ну, давайте теперь о призах. Дженни Стар заняла первое место. Значит, она получает артец от меня. С моей ос или с ее ос, но я уже не помню, посмотрю видео то. Вот, и я ставлю этот артец, вот этот рисунок на Аву. Дальше Мадина, она занимает приз, то есть я рисую ее оску. Самое главное, дай мне фотографию оски, не с телефона, который, а, например, с компьютера как-то рисовал, или вот там, в котором пейнте под телефоном, мобильным, я уже не помню, как он называется, ну, с него, короче. Вот. И это все, это были резы конкурса. Всем пока, с вами сегодня была я, Офис Кай, всем пока.